дерево, учу лазить на дереве. Нет, выше нельзя, нельзя. Всем привет, мышкины-бестышкины, вы на канале Даяна Рич. И поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик. Сегодня у нас суперинтересное видео, вы не угадаете, на какую тему. Ладно, я расскажу секрет. Я расскажу секрет, а ты пока подпишись, хорошо? Мы будем выгуливать Симбу! У-ху! Короче, Симба почти год не выходил на улицу. После того, как мы его нашли, спасли с улицы. Кстати, смотрите видео, где мы спасли Симбу. Ссылочка будет в описании. Прошел почти год, чуть меньше. И наш Симба ни разу не выходил на улицу. А вот, кстати, Симба, давайте мы его сейчас напугаем. Я вот отхожу от него. Так. Видите, у меня есть такой игрушечный паучок, да? Там в середине такие белые шарики. Ого, он же спрятался, он чувствует, что что-то нечисто. Давайте я его сейчас спрячу в стену. Вот, здесь есть такая ниточка, давайте я сейчас возьму. Давай. Вот так сделаем, вот так. Он меня же не видит, правильно? Конечно. Ой, Симба, как страшно. Какая у него реакция, я не вижу. Как страшно. Ему все равно. У меня есть еще пауки. А вы знали, а вы когда-нибудь видели, как кот летал на воздушном шаре? Кот летал? Ну, я не видела. Сейчас увидишь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, ему нравится. О, все, убежали. Идем, одеваемся и идем выгуливать Симбу. Ну что, погнали, всех очень-очень люблю. Ну что, встречаемся уже на улице. Подпишись еще и поставь лайк. Все, жду вас на улице. Ребят, сейчас надо ему надеть поводок, но я не знаю, как это. Сейчас мы разберемся. Я не понимаю ничего. Я понимаю, там где поводок для собак, для котов, что-то вообще непонятно. Сейчас мы как-то это оденем. А попробуй вот сюда лапки. Пас. Муа! Хороший кот. Давить. Странно. Нужна инструкция, как это одеть. Так, почти. Фух, надели. Так, подождите, еще здесь как-то. Здесь такие. Вот, я поняла, как. Мы оделись. И, кстати, он очень боится подъезда. Как одного раза я шла к соседке стучать, чтобы, ну, мы там поигрались. А, кстати, я пошла с Симбой, а он взял и как вырывался, как царапал меня. Он думал, что я его выброшу в подъезд. Ну что, беги. Ну что, нравится? Так, ребят, смотрите, я его поставлю на траву, вот. Он. Что, Симба? Лежит. Как дела твои, Симба? Кс-кс-кс-кс. Кис-кис. Он в шоке. Так обертай голову. Уже ухо грязное. Да за секунду только просто. Только вышел на улицу. Только вышел на улицу. А ну, давай играть. Uh-huh. Смотри, палочка у меня есть. Не хочет сейчас играть, не настроение. Еще не отошел от шока. Симбос, все хорошо? Похоже, что не очень. Да. Прямо придется еще и купать сегодня вечером. Он испачкался весь грязный. Просто прошло где-то 5 минут, мы только что вышли на улицу. 5 минут где-то прошло, а посмотрите, он уже испачкал себе как-нибудь в ухо. Грязнуля. Ну что, пошли, Симба, ты будешь идти лапками? Так. Или не хочешь? Не хочешь? Ну давай, иди. Давай. Не умеет ходить. Лети. Лети. Не хочет. Ну не тяни. Блин. Давай, бери его на руки. Пошли где-то прогуляем. Подождите, я вот так сделаю, чтобы он не убежал. Да. Так замотаю себе. О! Вот так. Пошли ко мне. Он так боится. О, милошка. Че, малыш весь дрожит. Посмотрите. Да. Дрожит. Страшно или холодно? Наверное, да. Страшно. Наверное. Потому что нам не холодно, но
принципе, у нас просто эта одежда, но у него как бы шерсть. Учись лазить на деревьях. Ребята, смотрите, я его учу лазить на дереве. Нет, выше нельзя, нельзя. Давай еще здесь на дереве ты полазишь, оно такое маленькое, прям для тебя. Смотрите. Ты такой молодец. У тебя очень круто получается. Ой, аккуратно, чтобы он не упал. Ой, у меня... Посмотрите сюда, посмотрите. Поцарапал? Ого! Аккуратненько. Дай ползай там. Наш лев. Или белка. Ему, кажется, начало нравиться. Да. Он, наверное, уже немножко привыкает. Короче, ребята, мы уже идем домой, потому что Симба дрожит уже, у него лапки там. Но... Не знаю, он боится или ему страшно, но ведь дрожит. Только можно, чтобы он сначала хотя бы на одно дерево залез? Ну, он уже полазил достаточно. Ну, пожалуйста. Ой, куда-то убегать. Ну, давай. Ура, пошли. Иди ко мне на руки. Вот. Пошли на ручки. Вот так, пошли. Поставьте, пожалуйста, для меня и для Симбы лайк. Посмотрите, как он красиво и старается ради вас лазит. Да, он что-то там птички его заинтересовали. Да, надо фотку сделать. Точно. Ну что, пошли домой. Будем сейчас купать его. Ну ладно, ты... Мыть. Мне кажется, нам надо теперь домой дерево тащить, чтобы он там игрался. Да, ему понравилось по деревьям лазить. Да. Посмотрите, вот смотрит, все выглядывается, с высоты все видно на дереве, да? Малыш, малыш. То наш Симба погулял, а теперь нужно купаться, мыться. Так, подержи весь его. Весь грязный. Он сейчас... Я держу. Держать. Подожди, нужно. Подождите, водичка холодная. Ой, ой, боится, ой, боится. Ну что, ты, мне кажется, мыться боится больше, чем улица. Яна моет Симбу, только ушко ему не злей, аккуратно. Он ненавидит мыться. Конечно. Это его самый большой страх. Страх с детства. Да. Знаете, чего нормальные коты боятся? Высоты, ходить на улицу, знаете, и чего боится наш кот? Мыться. Ну вот и боится. Вот она мокрая! В большинстве боятся мыться. Да, он не один такой. Так, еще нужно какой-то шампунь. Сейчас да, я давай, найду. Возьми. Мяу, спасите, помогите, да, Симба?